Добрый день, уважаемые предприниматели, уважаемые коллеги, все, кто сейчас подключился на канал Министерства. Сегодня озвучу несколько тем последних событий последней недели, а именно последнее обращение Владимира Владимировича в части грантовой помощи на 2 месяца всем предпринимателям из пострадавших отраслей. О том, что прием заявок будет с 1 мая, об этом известно. Долго останавливаться на это не буду. Хочу обратить только ваше внимание, что порядок предоставления грантовой поддержки еще не определен. Мы ожидаем принятия последних решений на этой неделе, о чем я дополнительно сообщу. Второе. Был расширен перечень пострадавших отраслей. К ним относится еще это сфера здравоохранения в части стоматологии, это кинотеатры, это музеи, вот, это непродовольственные товары. То, в принципе, что и стоило ожидать, и мы еще 2 недели назад учли это в нашем плане мероприятий, уже предусмотрев данную отрасль. Вот. Хочу обратить ваше внимание, что дополнительно указом главы от 18 числа еще расширена перечень сфер деятельности, которые могут осуществлять свою операционную деятельность с безусловным соблюдением требований Роспотребнадзора. Мы понимаем, что ситуация в республике накаляется, рост заболевших за прошедшую неделю, скажем так, самый высокий в ЮФО. Поэтому со своей стороны призываю всех быть бдительнее. Хочу еще сообщить следующее, что с 18 числа, даже 17 числа, начала свою операционную деятельность микрофинансовая организация. Уже сегодня можно оставлять заявки, это подведомственная организация Министерства экономики и торговли, с бюджетом под выдачу займов 200 миллионов рублей. Уже сейчас можно оставлять заявки на рассмотрение, сумма займа от 300 тысяч до 5 миллионов рублей. В настоящий момент прорабатывается вопрос о возможности осуществления ее операционной деятельности не дистанционно, а непосредственно в офисе. Безусловно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Что касается льготных займов под 1%, в настоящий момент обсуждается с Минэкономразвития вопрос подписания соглашений о выдаче дополнительных ассигнований, а именно 63 миллионов рублей под выдачу льготных займов под процентную ставку 1%. Процент суммой от 100 до 500 тысяч рублей. Поступает многочисленное обращение о возможности начала операционной деятельности пострадавших отраслей. Хочу обратить внимание, что перечень будет дополняться с учетом возможности мониторинга и контроля выполнения всех требований Роспотребнадзора в сложившейся ситуации. С указом главы принято решение о возможном начале операционной деятельности парикмахерских. Обязательно с учетом соблюдений требований Роспотребнадзора. Убедительно прошу всех соблюдать. В настоящий момент мы расширим перечень. Не исключено, что туда попадут непродовольственные магазины, которые занимаются розницей. Это будут магазины стройматериалов, это будут магазины электротоваров и всех сопутствующих. Туда могут попасть предприятия здравоохранения, в частности стоматологии. Данный вопрос буквально сегодня-завтра будет обсуждаться на площадке правительства. Мы будем ожидать нормативно-правовой акт уже к концу недели. Ко мне поступают многочисленные вопросы на предмет тех льгот, которые были приняты в распоряжении главы, куда обращаться и что мы во всяком случае будем иметь. Скажу коротко. Что касается налоговых послаблений, то мы в настоящий момент подготовили нормативно-правовые акты для внесения изменений в действующие и будем ожидать в ближайшее время, апрель-май месяц, решения законодательного органа исполнительной власти региона, а также законодательных органов исполнительной власти
законодательных органов власти муниципалитетов. Обращаться никуда не надо, данные льготы будут распространены автоматически. Еще раз повторюсь, это льготы по упрощенной системе налогообложения и по транспортному налогу в части уплаты за 2019 год. Это и льгота по патентной системе налогообложения, льгота по ЕНВД, единый налог на вмененный доход, а также по налогу на имущество. Просто ожидаем принятия решений и принятия нормативного правового акта. Никуда обращаться не нужно. Данная льгота будет распределена автоматически на весь перечень предприятий в части пострадавших отраслей. Дополнительно мы готовим внесение изменений для того, чтобы тот перечень, который был сформирован распоряжением главы, был дополнен с учетом тех отраслей, которые были дополнительно признаны пострадавшими. Что касается получения субсидии на компенсацию заработных плат, мы обращали внимание о том, что можно будет получить субсидию, порядки сейчас в проработке, по истечении 6-месячного срока. После того, когда предприниматели, вы обратились в банк для получения кредита под 0% на выплату заработной платы сотрудникам. По истечении данного периода вы подготовите проект, пакет документов, полный перечень будет опубликован после принятия соответствующего нормативно-правового акта. Обращайтесь в Министерство экономики и торговли для получения субсидии на погашение взятого в банковском секторе финансовой организации кредита. Коллеги, на сегодня у меня все. Эта неделя будет насыщена событиями. Следите за новостями в Instagram, на страничке Instagram, а также во всех социальных сетях министерства, а также правительства. Большое спасибо.